Добрый день, уважаемые телезрители. Продолжаем прямые трансляции соревнований по волейболу среди мужчин в рамках 8 спортивных игр народов Якутии. Сейчас начинается вторая игра между командами сборной Таткинского улуса и Чурапчинского улуса. До этого завершилась встреча между командами Среднеколымского улуса и Мегино-Кангаласского улуса. Со счетом 3-1 выиграла дружная команда Мегино-Кангаласского улуса. Представляют судей данной встречи. Первый судья Захаров Гаврил, первая категория, город Якутск. Второй судья Афанасьев Семен, первая категория, город Якутск. Секретарь Трофимова Парасковья, вторая категория, город Якутск. Помощник секретаря Терентьева Агафья, город Якутск. Практически все готово к началу второй встречи. Сборная команда Чурапчинского улуса заходил в спортзал, посмотрел тренировку. Накал мощнейший. У игроков заряд положительный. Мячи практически пробивали в третий, в четвертый метр. Доигровщики центральные блокирующие. Очень отрадно, что сейчас будет одна из интереснейших встреч. Как представили основной состав сборной команды Чурапчинского улуса. Сейчас представим основной состав сборной команды Чурапчинского улуса. Это номер один Голоков Сергей. Номер 9 Давыденко Руслан, кандидат мастера спорта, Таттинский улус. Номер 18 Потапов Иван, капитан команды. Номер 7 Потапов Ян, 2002 года, 1,188 м, молодой перспективный игрок. Номер 5 Докторов Янсен, номер 17 Находкин Николай, и либеро команды. Так, ну а с Чурапчинской командой сейчас познакомимся поближе. Игрок номер 7 Оконечников Вадим. Игрок номер 9 Ржаков Дмитрий, показывает первого судью встречи, Захарова Гаврила. Игрок номер 3 команды из Чурапчи Иннокентий Филиппов. По ходу игры доведу основной состав сборной команды Чурапчи. Встреча началась. Первый нападающий удар. И первое очко зарабатывает команда Таттинского улуса. Это у нас игрок под номером 1 Слепцов Денис. И сам пошел подавать. Денис Слепцов. 1-0 в пользу Таттинской команды. К сожалению, ошибается Слепцов Денис. Мяч переходит к команде Чурапчинского улуса. Немного доведу информацию. В 2019 году в селе Амга команда сборной Чурапчи встречалась в финале 7 спортивных игр с Намской командой и выиграла со счетом 2-3-2. Пятая партия завершилась со счетом 15-7. Вот в пятой партии 15-е победное очко принес своей команде Василий Кумфали.
мужской чемпионской команды в этом году в составе команды Чурапчи играют Филиппов Иннокентий, центральный блокирующий, Лавров Тускол и Альберт Бродников. Это очень отрадно. Ну, а команда Татты в этом году заняла четвертое место в первенстве Республики Саха-Якутия, вторая лига, и была отобрана на финальные соревнования 8 спортивных игр. Счет матча 2-2. Сейчас 3-2. Третье очко выигрывает 9 номер Руслан Давыденко. Доигровщик. Практически без блока атаковал Иннокентий Филиппов по первой зоне. Выиграл третье очко. Связующий команды Татинского улуса под номером 7 Вадим Оконечников выигрывает четвертое очко. Подача в прыжке. Расстановку зафиксировал второй судья у команды Татинского улуса. К сожалению, мяч попадает в сетку после подачи Вадима Оконечникова. Еще становится 4-4. Руслан Давыденко. Доигровщик 99-го года рождения. 1,91 м. Ошибается. Ну, с первых минут силовые подачи практически не летят. Шестое очко зарабатывает команда Чурапчинского улуса. С места практически по переходящему мячу нападал Аян Кулар. Доигровщик команды Чурапчинского улуса. Хороший ответ демонстрирует седьмой номер Ян Попов, центральный блокирующий. Практически атаковал на пустой сетке. Судья показал аут. Хороший был нападающий удар. Оставляет мяч игрок команды Татинского улуса. Блок-аут в исполнении Игоря Афанасьева, пятого номера. Приносится своей команде 8 очко. 8-4. Чурапчинская команда потихоньку набирает очки. И уже счет, отрыв составляет плюс 4 очка. Татинская команда взяла первый тайм-аут при счете 4-8. Сейчас в данных встречах нельзя упускать своего соперника далеко. Хотя полную противоположность продемонстрировала предыдущая игра между Среднеколымским улусом и Меганоконгласской командой, где при минус 7 сборная команда Среднеколымского улуса добиралась практически до минус 1. Ваут. Попадает мяч. Ян Попов на подаче. Отведенный прием. Подключение второй зоны. Да. Не доводит мяч связующий сборной команды. И один в один. Дима, Дмитрий Аржаков закрывают Яна Попова. Здесь Сергея Голокова под номером 1. 9-5.
Первый номер Аян Кулар. И опять чересчур щеточный мяч. Но с этим мячом справляется грамотно Сергей Голаков, сбрасывая мяч от блока. Грамотно сыграл Сергей Голаков. 5-10. Эйс! Пятый номер. Хороший, мощнейший удар в исполнении Игоря Афанасьева со второй зоны. Приносит 10-е очко. Да, попал между руками блокирующих. И там пошел подавать силовую подачу. Вот. Не получается силовая у Игоря Афанасьева. И мяч переходит игрокам сборной команды Татинского Луса. 8-10. Первый номер Сергей Голаков, доигровщик. 2003 года игрок, рост 181. К сожалению, подает в аут. Эмоции, энергии у игроков выше крыши. Пока не справляются с данными эмоциями, особенно при подаче мяча. Но я думаю, что в концовке первого сета все наладится. Подключается первый темп у Таттинской команды. Приносит комбинация 9-е очко. Третий номер. Денис Слепцов. И сам же пошел подавать. Либер справляется с приемом. Перевод по линии. Роберт Захаров. Обвел высочайший блок у Руслана Давыденко. Перевел мяч по линии и выиграл очко. Хороший прием. Пятый номер. Хороший нападающий удар от 9-го номера Дениса Давыденко. Ликуют игроки команды Татинского Луса. 10-12. Подключение чуть-чуть от отведенный мяч для диагонального игрока. Либера просто перекидывает мяч на сторону соперника. И снова Денис Давыденко. На этот раз попадает в аут. Ошибается, к сожалению, седьмой номер Вадима Конечников при подаче. Очень много ошибок именно при подаче совершают игроки. Руслан Давыденко, у него силовая неплохая подача. Накатил не сильно мяч. Оставляет либеро мяч в игре. Не был готов к этой передаче Аян Кулар. Ошибается. Не ждал этот мяч. Думал, мяч будет укороченный. Он оказался за головой. Руслан Давыденко продолжает подавать.
Блок. И снова блок. Блок в исполнении Яна Попова, Дениса Слепцова. Приносит 13-е очко команды Татты. Игроки ликуют. И сборная команды Чурапчи берет тайм-аут при счете 13-13. Второй брейковый мяч выиграли игроки таттинской команды. Денис Давыденко. Да, мощнейшая подача полетела. Остались чурапчинцы без нападения. Хороший нападающий удар. Не переместили руки на сторону соперника игроки чурапчинской команды. Хотя был высоченный блок. И мяч от блока проскальзывает между блоком и сеткой после удара Сергея Голокова. Четвертая подача не выходит у Руслана Давыденко. Хотел подать укороченную подачу. Иннокентий Филиппов, чемпион спартакиады АММА 2019. Вторая линия подключается. Хорошие защитные действия. Ошибается девятый номер. Соскальзывает с пальцев Димы Оржакова мяч после блокирования. Проигрывают 15-е очко чурапчинские игроки. Либеро подает, пасует. К сожалению, в аут улетает мяч. +2 на стороне таттинской команды. Ян Попов на подаче. Готовится подавать. Сток прозвучал. Первый номер Райан Кулар. Если бы перенесли ребята руки на сторону противника, вообще была бы мощная крышка. А здесь крышка получилась от блока Сергея Голокова на его же стороне. И снова ошибка при подаче со стороны игроков чурапчинского луса. Не могут успокоиться чуть-чуть. Сантиметров 20 мяч перелетел линию. Докторов Янсен, пятый номер, подавал. Не получилось. Все, нападающий удар Дима Оржакова. Мяч улетает в аут. Тем временем доктор Вьянсен продолжает подавать. Пятый номер. Еле справляется с приемом либера команды Крупинского луса. Сетка. Эмоции зашкаливают у Сергея Голокова после выигранного 18-го мяча. Я увидел, что поставили тройной блок, не стал нападать. Хороший длинный прием. Выигрывают очко
Чарапчинские игроки. 16-19. Игорь Афанасьев. Мяч выпадает в верхний трош. 19-16. Потихоньку команды подбираются уже к концовке сета. Прием хороший. И снова связующий ошибается при второй передаче. Фиксирует судья на вышке. 21 очко зарабатывает команда Татинского района. Улуса. Второй тайм-аут берет команда Татинского Улуса, Чучерапчинского Улуса при счете 16-21. Буквально где-то минут 20 назад встречались сборные команды Амгинского и Татинского Улусов. То есть женские команды со счетом 3-2 выиграла команда Татинского Улуса. Остается мяч в игре. Несильный удар в исполнении Дмитрия Аржакова, центрального блокирующего. Выигрывает очко чарапчинская команда, 17-е. Замена в команде Чарапчинского Улуса. Место номер 9 вышел подавать игрок номер 13. Это у нас Альберт Николаев. Посмотрим сейчас, какая у него подача. И на кого он будет нацеливать свою подачу. К сожалению, ошибся. 21-17. Замена в команде Татинского Улуса. На площадку вышел игрок под номером 23. Это у нас Олег Малышев. Игрок 2004 года рождения, рост 182. Хороший прием в исполнении лидера. 1-1. Закрывает Руслан Давыденко блоком. Вот это был блок в исполнении Попова Яна. 23-17. Опять ошибка. Непростительная ошибка у игроков Чарапчинской команды. Вроде бы безобидная ситуация. Ошибается либеро. Гаврил Власов на подаче. 24-17. Иннокентий Филиппов продемонстрировал свое мастерство в нападении. Пальцами взмахнул и под 9-й незащищенный номер в первую зону попал мяч. 18-24. Денис Давыденко не справляется с приемом. Фиксирует вторую ошибку. Первый судья. Да, мяч мокрый. Пальцы влажные. Поэтому мяч соскальзывает с пальцев.
ошибся Сергей Голаков. Хотел сыграть по переходящему мячу Иван Потапов. Чуть не хватило высоты. 20-24. Второй тайм-аут берет команда Таттинского Луса. Тренеры команды Таттинского Луса успокаивают своих игроков. Осталось одно очко для победы в этом сете для Таттинской команды. Перевод Денису Давыденко в четвертую зону. И основной доигровщик команды ставит точку в этой партии. 25-20. Первую партию выигрывает команда Таттинского Улуса. Хороший прием в исполнении Сергея Голакова. Ну и доведенную передачу Руслан Давыденко добивает до пола и выигрывает 25-е очко. Команда Чурапчи по игре в первой партии полностью еще не раскрылась. Практически отсутствуют хорошие акцентированные нападающие удары. Нет хороших акцентированных ударов в исполнении, еще не видели Иннокентия Филиппова с третьей зоны. В зале душно. Отделение. Спортсмены употребляют очень много воды. Зрители скандируют «Чурапча, Чурапча», поддерживая свою любимую команду. Я думаю, сейчас команда встрепенется, покажет хорошую игру. Динамичную, результативную. Альберт Бродников повел своих ребят на второй сет. Начинаем второй сет между командами Чурапчинского Луса и Таттинского Луса. Связующий капитан команды Альберт Бродников, 12 номер Чурапчинской команды, не справляется с приемом игроки команды. Чурапчи и высокорослый Руслан Давыденко ставит блок
преграждая перелет мяча. Начинает потихоньку работать Иннокентий Филиппов в третьей зоне. Пробил двойной блок. Второй номер. Роберт Захаров на подаче. Сергей Голоков на приеме. Роберт Захаров в защите. Мяч доводится до связующего. Короткая оставляет мяч в игре. Игроки Череповчинской команды после сильнейшего удара. Вот где, как я уже говорил, начинает просыпаться Иннокентий Филиппов. За короткий промежуток времени принес, совершил два результативных нападающих удара. И счет уже 2-1. Сергей Голоков подает. И закрыли блоком Руслана Давыденко. Просыпается команда Череповчи. Блоком закрыл Руслана Давыденко Альберт Бродников, связующий команды Череповчи, и принес своей команде очко. Четвертая подача игроков команды Череповчинского Улуса, практически эйс. Не шелохнулся даже Сергей Голоков. Думали, наверное, мяч летит в аут. Счет становится 4-1. Сразу же старший тренер сборной команды Татинского Улуса Турлин Иван берет тайм-аут. Тускул Лавров подбадривает своих игроков. Олег, давай. 4-1 на подаче команды Череповчинского Улуса. И подает номер 2 Захаров Роберт. Иннокентий Филиппов выигрывает очко для своей команды. Практически уже третья из 5 очей выиграл, 3 очка он. Thank you.
Извиняюсь, уважаемые телезрители, за паузу. Здесь был маленький форс-мажор. Альберт Бродников на подаче. 12 номер, 8-3 сборная команды. Сборная команда Черопчинского Луса выигрывает. Трос попадает мяч после нападающего удара доигровщика команды Таттинского Луса. Это номер 5 у нас Докторов Янсен. 9-3. Альберт Бродников подает, продолжает подавать. Ошибается при подаче. Извиняется перед своими игроками. Руслан Давыденко хорошо справляется. Либеро команды. Укороченная быстрая передача в адрес Иннокентия Филиппова. Да, чуть по высоте оказалась она низковатой для Иннокентия. И мяч переходит, выигрывают игроки Таттинского Луса. 4-9. Усилил вторую подачу Руслан Давыденко. Блок смягчает мяч. Сергей Голаков в нападении. Тускул. Лавров ликует после своего сильнейшего нападающего удара. Я уже как пробил между двумя руками блокирующих. Иннокентий Филиппов подает. Ау. Да, от троса мяч улетает в аут после удара Сергея Голакова. И 11 очко у команды Черопчинского Луса. Иннокентий Филиппов продолжает подавать. Эйс в исполнении Иннокентия Филиппова. Либера он не справляется. Николай Находкин с приемом. Да, мяч уходил в сторону. 12-7. Хороший прием. Сергей Голаков. Мяч смягчает блок. Альберт Бродников доверяет молодому игроку в третьей зоне. 5 номер. Янсен. Докторов Янсен от края блока зарабатывает очко. На подаче Ян Попов. Хороший прием. Третья зона подключается. 5 номер это у нас Игорь Афанасьев. Быстрый взмах по пролетающему мячу. Ликует молодой перспективный игрок. Также в этой ситуации не растерялся Дмитрий Аржаков. Двухметровый молодой парень 2003 года рождения и приносит своей команде 13 очко. Очень отрадно, что молодые игроки сразу же входят в игру, особенно играют, если они даже играют в третьей зоне в роли центрального блокирующего. Сейчас блоком выигрывает очко черопчинская команда. Высоченный блок. Это Игорь Афанасьев и Дмитрий Аржаков. Второй тайм-аут берет таттинская команда при счете 6-15. В сборной команде Черопчи
Чарапчане есть даже игроки 2004 года рождения. Это очень хорошо. И они играют в таких, выходят на площадку с такими грозными соперниками, как команда из Таттинского луса. И снова, как я уже говорил, Дмитрий Аржаков, 2003 года парень, зарабатывает 15 очко по переходящему сложному мячу. 16 очко, извиняюсь. Продолжает подавать Тускул Лавров, 10 номер, тоже один из лидеров команды Чарапчинского улуса. 16-6. Отрыв уже составляет 10 очков. Денис Иванов не справляется с приемом. Мощь удара продемонстрировал 5 номер Игорь Афанасьев со второй зоны. Тоже парень из 2004 года. 80, 1,87 м. 17-6. И снова мяч перелетает через сетку после приема. Да, не успел среагировать на оставленный мяч Артем Григорьев. Не успел развернуться и оставить, и подбить мяч. 18-6. Тускул Лавров стабильно подает. Оставляет мяч в игре. Опять вторая зона. На этот раз, да, Дмитрий Аржаков ошибся. Хотел сделать передачу за голову в четвертую зону, не получилось. Нападение без сетки. В исполнении Игоря Афанасьева приносит результат. В любом случае необходимо, я думаю, что нужно было ставить блок. А мяч от блока попал в поле, показывает первый судья. Замена в составе команды сборной Таттинского улуса. Выходит 23 номер вместо игрока номер 5. 23 номер, это у нас Олег Малышев. Он также выходил на замену в первом сете. Ошибается Игорь Афанасьев при подаче. Счет 20. 8. Чарапчинский улус впереди. Хорошо подстраховывают своих блокирующих игроки Чарапчинской команды. Со второй линии демонстрировал нападение Тускул Лавров. Был поставлен тройной блок. Блока не было. Мяч улетел в аут. 9-20. Сергей Голоков подает. Силовая подача. Неплохая эйс в исполнении Сергея Голокова. 10 очко. Выигрывает команда Таттинского улуса. Настраивается подача Сергей Голоков. Чуть-чуть мяч не попал в поле после касания троса. 21-10. Девятый номер Дмитрий Аржаков с
центральный блокирующий. На этот раз грамотно мяч уводит от блока Руслан Давыденко с четвертой по со второй зоны по вторую и выигрывает 11 очко для своей команды. Двойной блок. На передней линии стоит Иннокентий Филиппов. Да. Блоком выигрывает Татинская команда. 12 очко. Артем Григорьев подает, подключает Альберт Бронников вторую линию. Не сильным ударом, но хлестким. Второй номер Роберт Захаров выигрывает очередное очко. И сам пошел подавать. Сергей Глуков схватил мяч. 18 номер Иван Потапов. Судья зафиксировал ошибку. 22-12 в пользу команды из Чоробчи. На подаче второй номер Роберт Захаров. Артем Давыденко по линии перевел мяч. Не успел среагировать на этот мяч Роберт Захаров. 22-13. Прием от либера. Комбинация. 10 номер. Тускул Лавров. Пробивает блок. И снова начали скандировать болельщики Чоробча. Альберт Бродников на подаче. 23-13. Сергей Волоков. 23-й номер. Это у нас Олег Малышев нападал. Блоком закрыли путь блокирующие из Чоробчинского улуса и выиграли 25 очко. Сет завершился со счетом 25-13 в пользу команды Чоробчинского улуса. Общий счет в партиях 1-1. Альберт Бродников советует своим подопечным принимать сверху, так как подача сверху. И говорит, что нет хороших нападающих акцентированных ударов, которые приносили бы очко. Говорит, что партия 1-1, игра начинается заново. Боевой настрой продемонстрировали игроки сборной команды Чоробчинского улуса. Да, отрыв был очень существенный в третьей партии, во второй партии. Сейчас посмотрим, как разыграются игроки в третьей партии. Отрыв составил во второй партии 12 очей. Thank you.
Начинаем третий сет. Встреча между командами Таттинского и Чужачинского Улусов. Это у нас сегодня вторая игра. Группа «Б». Игра началась. Снова не справляются с приемом таттинские ребята. Филиппов Иннокентий приносит первое очко своей команде. Счет становится 1-0. Девятый номер. Дмитрий Аржаков. Этот центральный нападающий. Первое очко зарабатывает команда Таттинского Улуса. В нападении был Руслан Давуденко. Мяч коснулся блока. Прием сверху хороший. Да, хотел схитрить Вадим Оконечников, сбрасывая в шестую зону. Но вовремя среагировали защитники сборной команды Таттинского Улуса. Каждый такой эпизод подбадривает игроков. Достать очень сложный мяч, практически мертвый. Оставить сильный, мощный нападающий удар. Потихоньку начинают игроки набирать ту энергию, которая необходима для хороших ударов. Сергей Голаков продемонстрировал удар со второй линии. Два-два. На подаче Роберт Захаров. Смягчают мяч. Игроки Чурапчинской команды. Есть снова Денис Дубенко в нападении. Ошибается Вадим Оконечников при второй передаче, к сожалению. Хороший, перспективный молодой игрок. Вадим Оконечников, 2002 года рождения. Рост 181. Это очень хороший рост для связующего. Блокируют Иннокентия Филиппова. Начинает блок подстраиваться под его игру. Это у нас Ян Попов, седьмой номер. Заблокировал Иннокентия Филиппова и принес своей команде четвертое очко. Таттинская команда вышла вперед, плюс два. Ошибка при приеме. И счет уже становится 5-2. И снова в адрес Роберта Захарова полетела подача. Шестое очко зарабатывает волейболисты команды Татта. Блок от блока мяч попадает в их площадку Чурапчинской команды. Застоялись страхующие игроки. Альберт Бродников дал рекомендации Вадиму Оконечникову, особенно по высоте передач. Надо сыграть в настоящий момент попроще.
5-2. На подаче команда из Таттинского Луса. Хорошая доводка. Перевод в четвертую зону. Да, при хорошей доводке перевод в четвертую. Тускул Лавров пробивает блок, зарабатывает очередное очко для своей команды. Вадим Оконечников на подаче. И... да, не успевает Тускул Лавров поставить блок. Ян Потапов, седьмой номер, заработал очко, нападая первым темпом. Хорошая подача. Подстраховали друг друга. Тускул Лавров. Блок. Блок Сергея Голакова преграждает путь мячу Тускула Лаврова. Переводил мяч по линии. И Тускул Лавров. Руслан Давыденко. Со своей силовой подачей. Хорошая силовая подача. Да, ошибается. Опять проскользнул мокрый мяч с пальцев блокирующего. С пальцев связующего. 18 номера Ивана Потапова. Иннокентий Филиппов. Сергей Голаков. Номер один. Приносит своей команде очередное 9-е очко. Да, пробил по пальцам Игоря Афанасьева. Ян Попов на подаче. Хорошая доводка. Снова не получается нападающий удар у черепчинской команды. В трос и в блок попадает мяч. 10-4. Рисунок игры поменялся в третьем сете. Тускул Иванов нападал со второй зоны. Так, команда Татты осталась без нападения. Но, к сожалению, ошибается Денис Давыденко, подключаясь со второй линии. Мяч улетел в аут, хотя показывает, где хорошая была, отличная передача. И подстраховали своего принимающего либера игроки Таттинской команды. Провожали уходящий мяч глазами. Снова со второй линии. Снова не получается у Дениса Давыденко по высоте перекинуть блок, опускаясь уже как перекидывал мяч. 7-10. Тускул Лавров на подаче. Разыграли комбинацию игроки Таттинской команды. Пятый номер. Докторов Янсен. Сам пошел подавать. Ошибается. Вот такие ошибки могут выбить из колеи игроков. Можно сказать, что эти ошибки непростительные. Еще была подача силовой, где можно было выиграть эйсом. Здесь просто простая подача. Обменялись любезностями обе команды.
Сергей Голоков на подаче. Счет на табло 12-8. Команда Таттинского Луса впереди. Остается мяч в игре. Вторая линия. Хорошую защиту демонстрирует Черепнинская команда. И третий номер. Денис Слепцов. Подключаясь первым темпом с третьей зоны, зарабатывает очередное очко. 13-е по счету. Перевел мяч. Не справляется с приемом, но вместе с тем оставляют в защите мяч черепчинские волейболисты. Денис Давыденко. Четвертая зона. Блок. Да, блоком выигрывает команда Таттинского Луса очередное очко. Ребята довольны результативностью, постановкой блока. Вышел замена в черепчинской команде. Вышел на площадку игрок под номером 1. Аян Кулар. Голоков Сергей подает. Вторая линия. Судья фиксирует трос. 14-15-18. Сергей Голоков продолжает подавать. Хороший прием. Денис Давыденко не стал рисковать. Остается мяч в игре. Просто перекидывают мяч. Нападение в исполнении не стало рисковать. Мощным ударом от блока мяч уходит в аут. После мощного удара Руслана Давыденко. И счет на табло 16-8. Очередной тайм-аут берет команда Черепчинского Луса при счете 8-16. Характер игры Таттинской команды полностью изменился. Доводка, передача, хороший акцентированный нападающий удар. Больше ребята начали уделять внимание блоку и допускать мало ошибок при подаче. Сергей Голоков, 2003 года рождения, 1,181 м. Буквально недавно он играл в юношах. Уже хороших, показывал хорошие результаты. К сожалению, мяч чуть-чуть немного перелетел 9 метр площадки. Девять 16. Денис Давыденко. Вся игра проходит в большей степени при отведенном мяче через основного доигровщика Дениса Давыденко, который молотит либо поверх блока, либо с четвертой по четвертую, либо переводит мяч по линии, тем самым выигрывая самые необходимые очки своей команды. Но в этом эпизоде Иннокентий Филиппов попадает в блок. Да, здесь два высоченных игрока. Ян Попов и Руслан Давыденко. Рисковал
Альберт Бродников давал передачу практически из шестой зоны быструю Иннокентию Филиппову, который грамотно распорядится с этим мячом. 10-18. Мяч низковат. Ошибка при второй передаче. Ивана Попова. Одиннадцать, 18. Перемудрили Сергей Голоков с Олегом Малышевым. Друг другу помешали. Двенадцать, 18. На подаче Аян Кулар. Хороший прием. Игра через третью зону. Через Яна Попова. Блок. Да, чуть-чуть не успевают оставить мяч в игре игроки черопчинской команды. У нас пятый номер Игорь Афанасьев не успел мяч. 19-12. Хороший прием. Кусто Лавров доказывает свое лидерство, качество лидера своей команды. Выигрывает очко. Чересчур близкий мяч к сетке был направлен в адрес Дениса Давыденко. Быстрый сброс в третьей зоне черепчинских игроков в исполнении Иннокентия Филиппова. Приносит очко команде. 19-14. Рисковал на отведенный мяч. Докторов Янсен не попал по мячу. Мяч улетает далеко в аут. 15-19, плюс 4 у таттинской команды. Таттинская команда берет тайм-аут. Разбазаривают игроки таттинской команды свое преимущество в очках. 15-19. Альберт Бродников на подаче. Либер справляется. Первый темп в третьей зоне. Не ждали Яна Попова. Хорошее взаимопонимание между связующим и игроком первого темпа. Яна Поповым приносит свои результаты. Тем временем Руслан Давыденко подает. Отчаянно бились волейболисты таттинского Лобуса в защите. Но, увы, черепчинская команда выиграла очередное очко. Филиппов Иннокентий. Среагировали на мяч. Сергей Голоков был в нападении. Туску Лаврова закрывают блоком в четвертой зоне.
21-16. Сергей Голоков. Ян Попов на подаче. Неуверенно пошел на этот мяч Игорь Ржаков. Допустил ошибку. Низковат был мяч по высоте для него. 22-16. Понадеялись, не постраховали своего принимающего задняя линия игроков Черепчинской команды. Не успел на этот мяч Альберт Бродников, связующий команды. 23-16. 7 мячей отделяет команды. На этот раз хороший прием. Куску Лавров переместился во вторую зону и принес своей команде очередное 17-е очко. Сам подает. Хороший прием. Сергей Голоков. Хороший удар. От блока в аут улетает мяч. Жесткий. По краю круг блокирующего попадает Сергей Голоков. 24-17. Докторов Янсен на подаче. 5-й номер. Нестандартно, неординарно сыграл Иван Потапов. Связующий в данной ситуации сыграл в амплуа нападающего. И выиграл 25-е очко для своей команды. Со счетом 25-17 третий сет выиграла команда Таттинского Улуса. Thank you.
Начинаем четвертый сет встречи между командами Таттинского и Чарапкинского улусов. Интересная борьба разгорается у нас в данной встрече. Счет в партиях 2-1 в пользу Таттинского улуса. На подаче Сергей Галаков. До пола добивает Иннокентий Филиппов. И выигрывает первое очко для своей команды. Подает Роберт. Два-четыре. Пескул Лавров. Блок-аут. Выигрывает третье очко для своей команды. Пять очков выигрывает для своей команды. Не стал рисковать. Перемудрил Руслан Давыденко. Мяч улетает в аут. Шестое очко зарабатывают игроки сборной команды Чарапкинского улуса. 6-2. Иннокентий Филиппов подает. Я напоминаю, что идет четвертый сет. Повезло Иннокентию Филиппову. И он тем самым выиграл очередное очко. 7-2. Чаша весов на стороне пока Чарапкинской команды. Ян Потапов.
Ян Попов грамотно сбросил в шестую зону. Мяч перелетел через сетку. Сергей Галаков выигрывает очередное очко четвертой партии. 5-7. Руслан Давыденко. Да, мощно полетел мяч. Эйс практически был направлен в первую, конец первой зоны. Сложный, конечно, был мяч для принимающего. Не успел Роберт Альберт Бродников на этот мяч. Команда Терапинского Улуса взяла первый тайм, чтобы сбить, может быть, пыл и при подаче Руслана Давыденко и успокоить своих игроков, и успокоить игроков Терапинского Улуса. Альберт Бродников уже давно играет, знает своих игроков и игроков соперника. На чистой сетке ошибается, к сожалению, Аян Тулар. Практически без блока нападал. 6-7. Второй эйс из трех подач выигрывает Руслан Давыденко. Деморализует игроков Терапинской команды своими подачами. Но нужно команде Терапинской успокоиться. Главное — оставить мяч в игре. Не стоит доводить мяч до связующего. Вот. 3-й эйс. При сильных таких нападающих силовых ударах необходимо максимально страховать своих принимающих, либеро, а не ждать, чтобы на второй, на этот мяч уходящий бежал только связующий. Ошибается Альберт, Руслан Давыденко. А вау, мяч улетает. Первый номер на подаче — Аян Кулар, доигровщик сборной команды Терапинского Улуса. Блок одиночный. Седьмой номер — Ян Попов расправляется с одиночным блоком в третьей зоне и приносит очко своей команде. Да, там центральный блокирующий, девятый номер, Дмитрий Аржаков бы его блокировал, но опытный Ян Попов перехитрил. Не получается нападающий удар у Роберта Захарова. Неразбериха у Татинских игроков. Блокируют Сергея Галакова. Руки Тускула Лаврова преграждают мяч. Сам пошел подавать Тускул Лавров. Вовремя помог своему связующему Ян Попов.
Денис Слепцов. Попов помог своему связующему. Пушко Лавров рискует со второй линии. 18-й номер. Иван Потапов сбрасывает неожиданно мяч в незащищенное место на площадке. Не успели среагировать блокирующие игроки черепчинской команды. 23-й номер. Олег Малышев у нас на подаче. Хороший прием. Второй номер. Роберт Захаров приносит очко. На передней линии Иннокентий Филиппов. Роберт Захаров у черепчинской команды. И Альберт Бродников. На подачу вышел связующий Вадим Оконечников. Номер 7 на замену. Усложнил подачу. Оставляет мяч в игре. Апеллирует судьям игроки татинской команды, что мяч попал в поле. Ну, я думаю, то, что второй судья это видел, да. Спора не должно быть. Мяч переходит игрокам татинской команды. Сергей Голоков на подаче. Ошибка при приеме. После сильного удара Иннокентия Филиппова мяч не возвращается. Одиннадцать, 12. Сокращается разрыв в счете до минимального. Роберт Захаров. Поле показывает линейный судья. Тринадцать, 11. Денис Слепцов дотягивается своим ростом. Иннокентий Филиппов поменял направление мяча немного и выиграл очередное очко. Двенадцать-тринадцать. Разрыв одно очко держится. Альберт Бродников на подаче. Аут. Показывает Руслан Давыденко. Там апеллируют игроки, что был блок. Нет, мяч улетел выше блока, пролетел. 13-13. И снова Руслан Давыденко. Но на этот раз выигрывает 14 очко. Связующий на подаче Иван Потапов. Филиппов ошибается. Мяч улетел в аут. 15-13.
Иван Потапов, молодой игрок, 2003 года рождения, 19 лет. Оставляет мяч в игре Иван Потапов. Кусков Лавров. К сожалению, не попадает в поле. Огорчен. Ну там, да, был высокий блок, узкая передача. Чуть-чуть был мяч вроде отведенный. И при счете 13-16 тайм-аут берет команда Чурапчинского Улуса. Сборная команда Татинского Улуса по волейболу, женская команда, болеет за своих ребят. Я как уже говорил до этого, что они выиграли сборную команды Амги со счетом 3-2. Тоже была очень интересная, захватывающая игра. Но молодая перспективная команда из Татинского района вырвала победу в пятой партии. Хороший удар. Грамотно развел блок Альберт Бродников и вывел своего нападающего Аяна Кулара на чистую сетку. Практически в третий метр долбил, вколотил мяч Аян Кулар. Таких мячей практически мало в играх. Иннокентий Филиппов ошибается при подаче. Самый высокий игрок сборной команды из Чурапчи. 1.92 м. Очень долгое время играл в составе сборной команды СВТУ. Иннокентий Филиппов рисковал Руслан Давыденко. Но есть у них еще разрыв в счете, поэтому можно было и рисковать. 15-17. Аян Кулар на подаче. Доводка хорошая. Ян Попов практически не ошибается в четвертой партии с третьей зоны. Хорошо взаимодействует со своим связующим. Хорошо переводит мяч вправо и вход, и влево и вход. Тем самым обманывая блок. Лавров Туску. Заряжен мощно на нападающий удар. По линии перевел мяч. При одиночном блоке. К сожалению, уже второй раз подряд Чурапчинская команда ошибается при подаче. До этого ошибся у нас Иннокентий Филиппов. Команда очень мощно выигрывает очко, но допускает ошибки при подаче. Это очень, конечно, жалко. Чурапчинцы остались без нападения. И опять Иван Потапов левой рукой сбрасывает мяч. И приносит 21 очко своей команде. 20 очко своей команде. На подаче Олег Малышев. Хороший прием. Второй номер. Роберт Захаров ошибается. 21 очко зарабатывает команда Таттинского Улуса.
Да, одиночный блок был. Несмотря на это, Роберт Захарас допускает ошибку. Олег Малышев подает. Практически без траектории принимает лидера команды. Но все равно мастер паса Альберт Бротников сделал свое дело. Номер второй Роберт Захаров поставил точку. 16-21. Дмитрий Аржаков, центральный блокирующий команду Черепинского Луса, да, не справляется своими эмоциями. Я думаю, что для него это первые такие серьезные соревнования, где он играет в роли центрального блокирующего. Я думаю, что через год, через два мы будем его видеть уже как основного игрока. Номер два Роберт Захаров приносит за короткий промежуток времени уже вторую очку для своей команды. Мощная поддержка болельщиков черепчинской команды. Скандирует «Черепча, Черепча». 18-22. Хороший прием от либера. Третий номер. Денис Слепцов. Связующий команды из Таттинского Луса при хорошей доводке активно подключает первый темп. Ну а ребята с одним блоком разбираются на ура. Замена в составе команды Таттинского Луса. Вместо игрока номер 3 вышел игрок под номером 2. Гаврил Власов, 91 года рождения. Игрок 1,80 м. Опытный игрок. Проспали блокирующие скидку Альберта Бродникова. 19-23. Да. Не успел среагировать Руслан Давыденко. Среагировал на этот сильный удар Роберт Захаров. Чуть-чуть не оставил после удара у Руслана Давыденко. Мощнейший удар. 24-19 в пользу команды Таттинского Луса. Тайбрейк. К сожалению, ошибается Сергей Голаков. И такую же ошибку при второй передаче совершает игрок Таттинской команды. Никитий Филиппов на подаче. Счет 20-24. Полетел мяч в четвертую зону. А там никого нет. Произошла ошибочка. Неразбериха. Двадцать один, 24. Команда Таттинского Луса берет тайм-аут. Альберт Бродников говорит, то, что мы все равно выиграем, либо должны выиграть. Настраивает свою команду только на победу. И правильно, так и должно быть. Волейбол – это игра непредсказуемая.
сожалению, Альберт не справляется в защите. 25-е очко выигрывает команда из Тактинского Луса и выигрывает встречу со счетом 3-1. Поздравим команду Тактинского Луса с победой. Поздравляем с победой команду Тактинского Луса. Хороший результат показали ребята из Тактинского Луса. Там в большей степени, да, это молодые ребята, 19, 20, 21. Хорошо. Прямо сейчас? Сейчас прерываемся на рекламу.